Всех приветствую на своем канале. Как мы недавно выяснили, кое-кому нравятся мои ноготочки. Я решила снова покрасить лаком, кстати, от Аленки, свои пачки, ноготочки на них. Ну и раз уж у меня было видео моих украшений, то я решила, что надо хотя бы их одевать, если не так, что я все время забываю, то хотя бы на видео. Вот я сегодня вся такая гламурная. В общем, это видео будет посвящено моему мнению, отзыву, обзору, как хотите, так и считайте, одному продукту Savonry. Вчера я делала себе ванну с молочком косметическим для ванны, в общем, сухое молочко для ванны с экстрактом ромашки. И даже засняла для вас специально, как это все вот выглядит, когда ванна набирается, такая молочно-белый цвет воды и плавающие в нем ромашки. Экстракт ромашки оказался на самом деле вот именно, ну, может быть, 1/10, 1/20 сухой ромашкой. Я что-то думала, что экстракт ромашки это какой-нибудь там сухой вариант будет, может, там сок какой-нибудь выпаренный, не знаю, или еще что-то, но на деле оказалось, это вот реально цветы ромашки сушеные, которые после того, как порошочек высыпался белый сухого молока козьего, и растворился полностью, кстати, полностью растворяется сразу же, вот если набираете воду в ванну, и, кстати, аромат вкусный такой, между ромашкой и молоком, что-то такое среднее, ненавязчивый и такой в нос не дающий, хороший такой вкусный, приятный аромат, и оно как бы растворяется, на коже не остается, в воде оно как бы есть, и вот эта ромашка плавает. Ну, что хочу сказать, я себе вот тут описываю. Набросала мнение, ну, я периодически записываю, это у меня с тех времен, как я писала статьи в газету углическую, давно еще, 2005 год, наверное, 2006, уж не помню, какой-то там, в общем, лет 10 назад, я, чтобы не забыть какую-нибудь мыслью, я ее записывала. В общем, у меня после принятия ванны, да, кстати, ванна, там написано, что 20-25 минут, но у меня где-то 20 минут вышло, я, во-первых, я ее делала в 3 часа, около 3 ночи, полтретьего. Я думала, у меня бессонница последние дня три тут. Я что-то думала, сегодня тоже бессонница, четвертый день. Я полежу в ванной и сразу усну. В ванной я умудрилась уснуть. Мне даже что-то приснилось за 20 минут. Погружаешься, так вообще классно. Я забываю, что вот у меня всегда так, то, что мне нравится, я долго-долго собираюсь, а потом, о, как же клево, как оно мне нравится, допустим, японским заниматься, там, или переводом, или рисовать, или еще что-то. Вот в ванной полежать, люблю в ванной полежать, долго собираюсь. Ощущение такое вообще очень супер классное. Я была такая вся что-то вымотанная, уставшая, и морально и физически. Расслабляет офигительно. Кожа, в общем, очень гладкая, такая напитанная, никакого молочка, ничего не надо, там вот, все полностью увлажнена, и утром я проснулась как-то. Ну, утром у меня было, допустим, 1:30 дня. Меня подруга разбудила. Если бы она не разбудила, то, наверное, еще дольше отрекла. В общем, кожа очень мягкая. Гладкая, увлажнять не надо. Хорошо расслабляет, вот я тут записала, да, и да, приятный аромат, я тоже сказала, полностью растворилась, и вообще, вот я в восторге от такого молочка, хоть я думала, что сначала в обзоре сказала, что там 200 грамм, но я на весах взвесила, там 104 грамма было. А, в общем, за счет, наверное, бумажки, ленточки, хотя я уже без бумажки ленточки вешала, за счет, ну, может так вот, 104, может за счет пакетика. И... В принципе, 60 рублей за такой пакетик, я считаю, что это нормально. Потому что я вот раньше давно еще помню, покупала как-то чай для ванн, у меня был такой в пакетиках, в фильтрах. И вот мне очень нравятся все такие прибамбасы для ванн. И вот он примерно столько же стоил, там, хотя это было, не знаю, лет 10 назад. В общем, я не знаю, как вам, но я сегодня, кстати, уже вот была на мероприятии, порекламила одной девочке. Сижу, записываю свои мысли в блокнотик, она что-то делаешь, я говорю, вот тут это, записываю мысли в блокнотик. Что-то разговорились, я говорю, вот, говорю, заказала тут себе продукты Savonry,
Что-то такое знакомое. Я ей пишу на английском, но потом думаю, вдруг она не поймет, надо было на русский написать. В результате объяснила, где она. У нас, наверное, нет. Я говорю, у нас, говорю, в принципе, есть, но с наценкой 30%. Вот сходи туда-то, туда-то, можешь купить. Я говорю, не весь ассортимент. Ну, возможно, там сейчас больше ассортимент. Ну, говорю, или, говорю, закажи на сайте. В принципе, будет все то же самое. В общем, ссылку на вот это счастье я оставлю под видео в инфобоксе. Если вы любите ванны, принимать ванны, там, допустим, ванну с пеной, там, ванну просто с какой-нибудь такой интересной фигней, если вы просто любите принимать ванны, лежать там, расслабляться, то я вам такое счастье советую. В общем, в принципе, на сайте есть разные такие, сухое молоко для ванн, там с разными добавками есть. Ну вот я выбрала с ромашкой, чисто потому, что я что-то в последнее время к ромашке так близко ровно дышу, неровно наоборот. И она как бы успокаивает и увлажняет и тому подобное. У меня на коже периодически какая-нибудь фигня высыпает или какой-нибудь кот меня поцарапает. И я просто хотела попробовать, как вот оно повлияет на меня. Если вот, ну, допустим, хорошо будет, понравится, то можно потом вот побольше сразу купить, там несколько пакетиков, да, вот на несколько применений. Ну и вот мне понравилось, очень даже понравилось. И я, соответственно, вам советую очень сильно. Во-первых, это русское производство, сделано в Питере. А, как бы, знаешь, кем сделано, ну, в смысле, российское производство, поддержи производителя, да. Во-вторых, ты там написан состав конкретно, и ты вот берешь пакетик, это ты понимаешь, что тут действительно молоко, и вот плавает ромашка. То бишь, как бы понимаешь, из чего оно. В принципе, можно самому сделать, но вот козьего молока у меня, допустим, сухого нет, а бывает мокрое, я его пью. И как бы кто-то для тебя это сделал, красиво упаковано, ни к чему не придерешься и не особо, ну, в принципе, так, можно сказать, бюджетно стоит. Я просто не представляю, как где еще какие молока стоят, молочка для ванн. Я нигде, в принципе, не встречала еще молочко для ванн, но вот в Саванге очень, я рада, что у них такое есть. Мне оно очень нравится. Я думаю, если вы попробуете, то и вам понравится. В общем, всем спасибо за просмотр и прощайте.